Всем привет, друзья! С вами я, Коди2017. Сегодня мы испытываем Була. Да, вы помните, в прошлой серии я выбил Була. Давайте мы испытаем его. Одну катку сыграем, и я скажу, годен ли Бул. Ого! Я ожидал, конечно, что он так себе бьет, но оказывается, он не так себе бьет. Так тихо, ай. Ну, в принципе, годный, да. Он годный. Сейчас, наверное, я ульту хочу использовать. Да, ульту. В принципе, так-то хороший игрок. Браулер хороший, да. Это лучше, чем приобретать Пока. Да, согласен. Лучше накопите до 250 кубков, и у вас будет лучше, чем Пока. Этот еще и ходит с дробовиком, он может. У него-то ульта еще и хорошая. Он тут смыться может. Вот ульта его. Можно вот так вот пробираться и все. И ты убиваешь соперника, если он убежал. Или можешь неожиданно через стену к нему пробраться, и 1000 жизней у него ты отнимешь. Например, если это Барли, и он не прокачанный, то все. А, блин. Ну, место второе, да. Все из-за Була. Бул красава, он мог убивать всех. Советуем ли играть за Була? Скажу, что да, советуем. Давайте откроем ящик. Давайте. 12 Шелли и плюс 6 Барли. Ну и да. Как видите, у меня...